А в нидерландском Роттердаме горел крупнейший в Европе нефтеперерабатывающий завод Shell. Возгорание началось из-за короткого замыкания на высоковольтной подстанции. В результате все помещения предприятия остались без света. Пожарным удалось ликвидировать пламя только к утру. Никаких признаков утечки опасных веществ спасатели не обнаружили. Сейчас компания Shell подсчитывает убытки. Когда завод полностью восстановит работу, пока неизвестно.